Приветствуем! Мы уже делали обзор нашей комфортной трехкомнатной палатки. Однако, комфорт требует дополнительного времени на ее установку и сборку. Больше места под саму палатку, да и вес такой палатки тоже немал. Для непродолжительных походов приобрели палатку-автомат, которую сейчас и обозрим. Устанавливается она очень быстро и просто. Необходимо лишь потянуть за специальный шнур. В комплекте идут колышки и шнуры растяжки. После установки палатки фиксируем ее колышками. Дно палатки из водостойкого терпаулина, он же полиэтилен. Перед этой палаткой мы приобрели подобную палатку-автомат, но с дном из так называемого нейлона. А фактически это хлипкая ткань, даже на повреждения, не говоря о водонепроницаемости. В палатке функциональное большое вентиляционное окно с антимоскитной сеткой, которое закрывается на молнию. Простая, но удобная фиксация шторки окна. Все швы палатки проклеены. Вход в палатку также оборудован антимоскитной сеткой и удобными фиксаторами двери. Размер палатки 210 на 210 сантиметров. Надувной матрас 183 на 203 помещается свободно. Складывается палатка в обратном установке порядке и также просто. Отличная бюджетная палатка полуавтомат. Всем добра!